Как увеличить количество подписчиков? Количество подписчиков увеличить очень легко. Сначала вы, если вы говорите об Инстаграме, например, то вы меняете шапку профиля, в которой у вас четко написана ваша ниша. Эта ниша одна единственная. У вас четко очень написано, кто вы: психолог, астролог, коуч, массажист, фотограф, стилист, еще кто-то. У вас четко это очень написано, и вы пишете на какую-то одну тему, не на все темы подряд, которые могут волновать людей, а на какую-то одну тему. И когда вы пишете на одну тему, когда вы снимаете видео на одну тему, и у вас хотя бы последние 10 постов посвящены одной теме, дальше вы начинаете добавлять людей. Во-первых, вы добавляете свой Инстаграм и пишете про свой Инстаграм во всех социальных сетях, которые у вас уже есть. Если у вас есть ВКонтакте, неважно, в Одноклассниках, в Фейсбуке, вы говорите: ребята, я пишу вот на эту тему в Инстаграме. И, например, добавляете всех в Инстаграм. Дальше вы сообщаете всем вашим знакомым, чтобы они на вас подписались. Вы сообщаете всем людям в общественном транспорте, всем вашим клиентам бывшим. Вы пишете, что у вас есть Инстаграм, и вы пишете там на такую-то тему. То есть вы собираете как можно больше людей, ваших живых знакомых. Затем, конечно же, я вам рекомендую пройти наш модуль, во-первых, Инстаграм в Клубе богатых психологов, во-вторых, я рекомендую пройти модуль по привлечению людей, потому что именно там вы привлекаете с помощью бесплатных мероприятий каких-то, которых вы проводите, вы привлекаете людей за счет этого, и, конечно же, если вы можете себе позволить таргетинг, то вы подключаете таргетинг и платите за рекламу, и люди точно так же приходят к вам, если вы попадаете в целевую, попадаете с теми проблемами, которые вы освещаете в вашем Инстаграме, и с теми запросами клиентов, которыми они интересуются. Кроме того, обращайте обязательно внимание на язык, которым вы говорите, то есть желательно выражаться обычным языком, говорить на языке клиента, говорить его фразами. Для этого желательно изучить вашу целевую аудиторию и знать ее подробно-преподробно. Еще раз, у нас портрет целевой аудитории написан на 8 листов. Мои психологи пишут на листочек, на полтора листочка, но это тоже достаточно для того, чтобы привлечь вашу первую 1000 подписчиков. Если у вас есть 1000 подписчиков, вы уже можете получать по 100 тысяч рублей ежемесячно. Если у вас больше 1000 подписчиков, то вы можете получать гораздо больше. На сегодня все. Всем ромашек!